Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика с ником Anonymous находится в гильдии Мутные. Хорошее название для гильдии. Пропуск BG Kick, WhatsApp 895-14-81-99-51. Гильдия активная, 64-75. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места, битвы гильдии, атака фортов. Все отлично. Гильдия где-то в районе 150-200 тысяч силы. Думаю, будут принимать. Так, ну что, у нас сегодня роллинг на 45 тысяч самоцветов. Нам нужен Асура. Недостающий герой. Аккаунт донатный. Доната, как видите, немало уже. 1,4 миллиона почти. Побежали, пройдемся по алтарю, посмотрим, что есть. Хранитель. Неплохо, стрелок. Тоже интересно, скинов не вижу, правда. Так, воодушевление, каменка. Ну, гнев я бы здесь не качал. Тоже талантик нужен, офигенная Афина прокачанная. Седна без талантика. Так, офигенный повелитель. Ну, Рибит такое себе. Харгул есть с каменкой. Минус вообще топчик. Отлично. Вот, Драйк с огненкой тоже качается. Хороший выбор. Ремка. Ремка ОЗ-шка. Еще одна тыковка. Или это одна тыковка, наверное. Берс и ремка. Да, странно, не вижу здесь воодушевления пока. Либо исцеление. Так, разбросик. Ну, отличный донатный аккаунт. Для такого доната и герои прокачаны четенько вообще. Но тут ракушка это жесть. Так, Купидон понятно. С Купидоном лажа. Надо и скилл прокачать. Так. Только сказал хороший донатный аккаунт и дальше понеслась. Так, неплохо. Отлично. Это под Архидемона, скорее всего, он качал. Да. Ну, видно, что аккаунт не особо давно играет. Так, шапка вообще с Берсом. Ну, не знаю. В принципе, неплохо, неплохо для такого доната. Герои очень отличные. Так. Что у нас здесь? Плюшки скинов. Да, видите, у него скинов не особо много. Как-то очень странно. Так, и герои. Ну, повторочек хватает. Анубис и стрелки, Фрея. Все дела. Так, 12 сундуков. Открываем сразу же. Коробка, отлично. Хоть ему повезло. Я уже полгода не могу выбить. Хоть кому-то выбил коробку с атаки фортов. Так, ну что, нам нужен недостающий герой Асура. Все остальное у него, в принципе, есть. Так, давайте посмотрим еще. А Джей не прошел. А Аш? Да ладно, с такими героями. Это жесть. Странно, 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 очень странно. Да и Анубис, все дела. А чё так? Подземки тоже нет. Ну, сделаем ставку на то, что Купидон недокачанный и тыква. Так, ладно, 258 ровно тысяч силы у него. Поехали, будем ролить. Хороший аккаунт, интересный, кстати. Так. Посмотрим, какой у нас сегодня рандомчик будет. Рыцарь. Отлично. Дед Мороз. Отличное начало. Малышник. Рыцарь. Ну. Сегодня также есть акция на трату. Заклинательница.
Говорил ему, под коллекционера надо, нет, хочу сегодня на трату и все. На складе места нет. Так, откроем эти расходники. Ну, хозяин, барин, поехали дальше. Ну, как-то пока даже имп не вижу. Леди Лео, укротитель. Купидон Рино. Ну, такое себе, такое себе. Опять эти зверские, они меня, короче, везде преследуют, уже надоели. Сейчас надо, кстати, глянуть, что у него по осколкам вообще делается. Ну, 105 осколков огнекрыла уже есть. Отлично. Повелитель бури, Фрея. Блин, поехали дальше. Обидно, конечно. Но ради одного героя. Бог грома. Опять рыцарь, хранитель. Кенди. Вообще печаль какая-то. Когда вот эта акция на трату, я не знаю, ну такое говнецо падает. Просто, просто страшно, ребят. Так. Ну со всего, что только Рину, один нормальный герой, который упал, это бред. И Дракос еще. Друид, паладин. Опять Рину, блядь. Ни седные, говорю седные, ни Фрей, ни Анубиса, ни Стрелка. Укротитель. Снова Зила. Ладно, попробуем сделать ему немножко ход конем. Ради интереса. Проверить, в донате ли сила или нет. Никогда не повторяйте такого без взрослых, без родителей и на чужих аккаунтах. Так, вроде все нормально. Да, у нас даже чатик со стрима остался. Просто огонь. Даже здесь чат есть. Я просто мастер записи видосов. Так, уберу чат. Заодно и дособираем, потому что у него не хватает. Так. Ну, как видите, рандом. Тут ничего не сделаешь. Это все рандом. Это все он виноват. Все отлично. Так, с этим мы разобрались. Что у нас там по акциям? Сколько у нас акций? Это еще идет 1 час. Да, отлично. Так, причудливое созвездие, жаркое лето, разбей яйца, счастливое число. Но я сюда
Сейчас зайду, давайте паролем на 10к еще. Может, что-то упадет, но я думаю, бульдозер, кинди, суккуб. Ну, смотрите, как начало падать. Малышник, просто огонь. Только нету асуры. Короче, вот так вот, ребята, жизнь, боль. У донатов тоже бывают. Еще одна заклинательница, несчастливые дни. Так. Душек. Нету смысла ролить, просто такая акция. Давайте быстренько соберем здесь плюшки. Так, собрать. Так, ну такое себе. Не знаю ради чего, но асура, как видите, не упала. Асура сейчас падать особо не будет, чтобы вы себе понимали. Это немножко рановато. Так. Созвездие, жаркое лето. Давайте в лето зайдем. Пять мороженок. Так, отлично. Яйца заберем. В общем, вот так вот. Не всегда бывают удачные дни. Так, он тоже что-то собирал. Сейчас только хераси отсюда асура. Мне сегодня асура тут упал. За 90, по-моему, попыток, если я не ошибаюсь. Может отсюда? Сейчас только херась, 9999. Короче, с роли мы, считайте, практически 60к. Сейчас еще после этого доролим. И ни хрена толком не выбили. Ну, такое, то есть там Рино, это уже не топовый герой. Если бы там была Фрейя еще, ладно. Поехали, еще 10 попыток. Проверим нашу удачу. Даже 9 уже будет, места не хватает. Дед Мороз. Сегодня явно не его день, фараон в итоге выпал в конце. Короче, вот так вот, ребят. Не знаю. Жизнь, боль. Ну, кулачки добавились. Давайте еще зайдем, плюшечки пооткрываем ему. Так, а что тут у нас? Даже 30 кагашек получили на халяву. Так, ну что у него тут, просвещение? Ну это все такое. Блин, да у него герой есть. Я не знаю, что он гнался за этим асурой. Ну да ладно, ему видней. Так, карта. Яйца. Еще яйца. У него яиц, кстати, маловато. Так, окей. Раз, два. Ворожей. Неплохо, неплохо. Правда, у него три еще, точнее, два было. Так, ладно, идем открывать коробки. Может, тут что-то годное выпадет, я надеюсь. Еще смены есть. Давайте ему потратим смены. Надеюсь, он не обидится. Мы ему сделали ход конем. Может, что-то толковое выбьем сегодня. Сейчас только херась, ППшка пятая падает. Это вообще был бы топ. Эх, таланты проскакивают неплохие, но не пятерки. Надо пятерки. Вангую, что мы сегодня выбьем две пятерки. Даже три уже.
Какая нахрен ожива? Где там его дерево? Тут четвертая ремка есть. Смысла тоже особо не вижу. Сейчас пихнем к какому-то допу. Вот тут поменяем, пусть будет лучше пятерка. Ну, пожалуйста, дай топовый... Сука. Ну, это просто... Ладно, поставим, пусть бегает быстрее. Все равно он его использовать не будет. Короче, ребята, вот так вот. Даже ход конем нам не помог. Но я предупреждал, что лучше все-таки ролить, когда идет коллекционер. Ну, не захотел, он захотел быстро. Быстро, видите, что получилось. Плюшки тут такие себе, ну, ничего не поделаешь. Хозяин, барин, как я уже сказал. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в акции на Некроса. Ссылочка в описании. Всем пока.